Костюм для мотоциклистов, который оказывает первую медицинскую помощь. Такую необычную экипировку придумали красноярские изобретатели. Правда, пока он существует только виртуально. Первые прототипы мотоциклетного костюма, куртки и футболки появятся только к лету следующего года. Экипировка будет оснащена медицинской системой. К примеру, функциональными жгутами для остановки кровотечения, которые затягиваются, если мотоциклист попал в аварию. Предусмотрели разработчики также и систему наложения бинтов и шины. Кроме этого, чудо-костюм оснащен щитками, которые защищают от ударов и даже сам может позвать людей на помощь, если хозяин лежит без сознания. Также поверх костюма планируется одевать экзоскелеты. Это каркас, который дополнительно защищает корпус от ударов. Как говорят сами разработчики, их костюму нет аналогов в мире. Над ним они работают больше года. Привлекли даже профессионального врача, который помогает сделать костюм еще безопаснее. Сейчас ищут людей, которые готовы поддержать их идею и пожертвовать деньги на воплощение проекта. Это вот экипировка, которая защитит человека и поможет, скажем так, доврачебной помощью мотоциклистов, экстремалам и всем тем, кто живет на грани каждый день. Модуль доврачебной помощи – очень важная тема, потому что зачастую, когда, допустим, мотоциклист едет и у него случается авария, окружающие и сам мотоциклист, если в состоянии, ну, бывает от шока, забывает, как правильно доврачебную помощь оказывать. И бежать, допустим, до аптечки, сам мотоциклист не может, это все время занимает. Тут же все будет локально. Цена будет примерно футболки от 2500, как мы примерно рассчитывали, да? Куртки от 13000. Ну и сам костюм примерно от 35 тысяч. В принципе, стоимость костюма, она по сравнению с какими-то иностранными аналогами, она доступна. То есть она не имеет заоблачных таких цен.